Дебютант сборной МГУ по легкой атлетике Гошина Виктория. Вик, первый старт. Сегодня 8-3. Прокомментируй, как довольна этим временем. На самом деле, да, Сергей Александрович сказал, что он доволен, поэтому я доволен. Да. Я потом у вас еще возьму интервью обязательно тоже. Завтра 200 метров. Насколько волнуешься и насколько тяжело будет? Я пипец волнуюсь просто. Я даже не знаю, как вообще... Ну, не то, что не знаю, как бежать и что делать, но очень боюсь на самом деле. Но нужно пробежать так, чтобы было понятно, что я не зря поехала сюда и не поехала в Новгород. Потому что если бы в Новгороде все сложилось бы лучше... В общем... Да, ну то есть, но пока не жалеешь, что выбрала легкую атлетику вместо фрисби на этих выходных. Да, да, пока что. Ну, программа минимум выполнена. Это здорово. Как думаете, через сколько сезонов сможете рассчитывать на место в эстафетной команде сборной МГУ? Не знаю, правда. Как манеж откроют. Так, а уже открыли. Значит, все здорово. Это была Егошина Виктория сразу после... стартов московских спортивных игр. Спасибо.